Ну, я товарищ, просто мы сами вместе дружили. Вернулся сами товарищ. Вот. Его у него многодетная семья, и мать познакомилась там с человеком, который занимался этой наркотиком. И вот он предложил ей, чтобы прокормить на эту семью, у него мужа не было, предложил ей заниматься наркотиком, варить шею. И вот тогда друг мне предложил попробовать. Вот я попробовал этот наркотик, проклятый. С тех пор начал колоться. Раза три, на седьмой-восьмой раз уже начинает зависимость поступать, уже начинаешь чувствовать, что у тебя уже слабость, там, ломит всего, такое уже, в состоянии, что уже без наркотика ты обойтись не можешь. А много по городу людей употребляют наркотические средства? Ну, вообще-то много. Раньше было много, сейчас меньше, конечно, стало наркомано, потому что сейчас уже денег, дороже оно стоит. Раньше оно по 3-4 рубля стоило, и балом было. Каждый цыган продавал, сейчас цыгане нет, позакрывали, поэтому сейчас как наркоманы, есть, но не так уже много. Я имею в виду опиумных наркоманов, а таких вот, что там на винту, на дивентине сидят, вот таких валов. А молодежи много употребляют? Молодежь, в основном молодежь употребляет сейчас туда. Психотропы, вот эти вот всякие лекарства там. Скажите, пожалуйста, а как они в компаниях в основном присаживаются? Или кто-то предлагает им попробовать? В клубах предлагают им попробовать, чтобы там танцевалось им лечь. Они пробуют, потом им понравилось, они другим товарищам своим предлагают. И так оно распространяется все. Ну, то есть распространяют не только там матерые сбытчики, а и те, которые хранят просто для своих... Да, получается, каждый наркоман, каждый он сбытчик. Он сам пробует и другому предлагает. Поэтому так цепочка все идет, что каждый по-своему уже распространяет эту информацию. А сколько лет вы лично? Ну, я уже лет 15 лет употребляю. Ну, сами как пришел 20 лет, мне сейчас 35, 15 лет уже употребляю. Угу. Понятно. А друг, который вот с мамой? Друг этот умер от наркотика, от передозировки умер. Мама его сейчас не торгует, перестала торговать. А вот другие ваши товарищи, которые употребляют наркотические средства, как у них жизнь складывается? Такая же, как и у меня. Перебивается. Раньше были богатые, там кто дальнобойщиком работал, кто фермы держал, кто еще что-то. Сейчас все они нищие, все они обанкротились, все они сейчас опрокалывали все, что можно. С женой развелся, с ребенком оставил жену. То есть наркотики — это зло? Наркотики — это очень большое зло. Лучше не пробовать. Вот раз попробовал, то все уже.